Тимыч, ты чё рисуешь? Открытку. Аок. Ух ты, мамино кольцо. А нет, я его уронил. Поможем. Спасибо. Ты че делаешь? Строю дом из дисков. Зачем? Прост. Аго, посмотрим, что на этом диске. Го. Не включается. Поможем. Спасибо. У Тимыча сломан будильник. Починим. Что мы делаем в мусорном баке? Подадим сигнал. Я вас нашел. Меня мама заставила убраться. С халтурем. Да. А нет, колик в пылесосе. Все норм. У Тимыча сломался пульт. Починим. А нет, прячемся. Что я делаю в пульте? Все норм. Надо отклеить жвачку. Колик, ты будешь сидеть в морозилке. Почему? Прост. Я чудом жив. Я забыл пароль от рюкзака. Поможем. Повезло. Ух ты, новый телефон. Это Кати. Почитаю смски. Нельзя. Все равно. Я понял. Я сломал лампу. Мои родители починят. Спасибо. Я хочу есть. Так поешь. Готово. Только где мой тапок? Надо перемешать все это. Для этого я буду использовать эту щетку. Не работает. Поможем. Там всего лишь села батарейка. Сегодня у нас урок о микроволновке. Я хочу спать, поэтому я... Красава! Я не хочу есть, так что я устрою короткое замыкание. Спасите, у нас короткое замыкание. Все норм. Нам резко понадобилось рассказать вам, как мы познакомились. Все. Я играю в инопланетян. А можно с тобой? Нет. А нет, у меня сломалась дорога. Починим. Спасибо. У меня сломалась машинка. Починим. Облом. Так, хватит, берите детальку отсюда. У меня порвались штаны. За 6 теплером. Готово. Надо починить аквариум. Мы починили. Мы тоже, только теперь рыба пытается нас съесть. Вроде бы все. Я сегодня потерял телефон. Там наши родители. Я с помощью своих экстрасенсорных способностей узнал, что твой телефон на заправке. Он действительно был там. Я же говорил. Тогда скажи еще, куда делся Ивангай, и когда он вернется. Я хочу исправить оценку, но у меня сломалась ручка. Я тебе помогу. Спасибо. Кстати, а зачем вам ручка? Хочу исправить оценку. Ах вы ж козлы. Я хочу написать своей бабушке, но у меня сломалась клавиатура. Поможем. Какого фига тут делает твоя еда? Просто мораль серии, что нельзя есть за компом. Аок, тогда сейчас почистим. Все зашибись.